Нет, сейчас выкинет, да. Смотрите, начали повторяться анимации. Ха-ха-ха. Все, анимации кончились. Охереть. А, так это задание к нему относится, вот эти вот. H, F, B. Видимо, это общие, все понятно теперь. Но есть и уникальные, вот эти вот два. То есть они к Майклу, то есть не относятся? У Майкла-то их нету, по-моему. Какого-то одного из них, потому что у Майкла всего два задания написано. Да, видите, два. То есть H, F или B к Майклу не относятся. А, скорее всего, F не относится, потому что F это Франклин. Видимо, требует... Эй, дружок! Да господи! Сядь! Что ты делаешь? Да, поехали, поехали. Я знаю, 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 знаю. Присоединяйся к чему? К борьбе? Нет, это другой Би. А, нет, это все-таки он. We're gonna bring down the government by smoking weed together in a public place. It's very effective. I'm prepared to be a martyr, friend. Are you? Shit, if being a martyr means to smoke good weed, for sure. Would you like a little warm-up? You know, before you go and collect the supplies? Before I what? You know, get the supplies. Can't have a smoke in without smoke. You know, cerebral stuff that's gonna get the people up off their feet protesting. Man, I don't know. It sounds kind of bullshit to me. We're gonna crush them with our resolve. Here. Have a little taste of that. Господи, он там нереальную смесь дури, что ли, им предлагает. Там, скорее всего, сушеный подорожник. И немножечко петрушки. Как дерьмо продает. Видимо, Франклин охренительный укурыш. Ну... А, видимо, это... Ну и что ты села? Вылезай! Села она, понимаешь? О, е! О, да! О, да! Оторваться... За что? What the fuck? Что я сделал? Что ты делаешь? Назад едь! Меня ж поймают, скотина! А, ща! Чё я сделал? Я ничего не делал. Не врите. Ну подумаешь, тачку своровал, но это же не считается. О, да. Даешь большие попсы 80-х. Фак, а там коп. Так что я поеду сюда. Да, по встречке, я гениален. А не, подожду, подожду здесь. Они перестанут меня искать. Ту-ту-ту-ту-ту. Боже, еще один кретин едет. Уеду налево. Надеюсь, он меня сейчас не заметит, потому что он же снизу, да. Окей, это продумано. Оу, я! Оу, да! Я далеко от Пи. И что у вас сейчас за Пи? Опять какое-нибудь задание. Беверли? Кто такая Беверли? Я сейчас не помню. Насрать на тех, кто там слева находится на радаре. Эта херня мне что-то напоминает. Да, нет. Где я был? Нон-стоп поп, да? Корона, что-то она мне напоминает, что-то из Ace of Base. Блин, вся... Потрясающая реклама. Они молодцы, конечно, такие рекламы весить. Вот эта реклама, точно. Нет, просто... Нет, главное, титьки-то можно вешать на рекламу. Вот, но вот в рекламу еды или гамбургеров лучше не весить на такие вот баннеры. На... Как называется-то? Блин, я не помню. Короче говоря, вот такие большие рекламы. Черт, на плакаты, в общем. Лучше не весь, потому что за рулем же в основном жирные дяди, им хочется пожрать в основном. Что здесь происходит? Йоу.
Что происходит-то? Кто, где? Я специально иду пешком, чтобы было, типа, так красочно и круто. Гая! Motherfucker, would you stop doing this shit? Ага, это папарацци. Hey, how's it going, homie? Yeah, hey, you seem incredible lately. Yeah, Trevor Phillips, but I doubt if you want a picture of him. Oh, wait, wasn't he in the men's room? Nah. Oh, shit, I gotta tell you, this is unbelievable. Ah, crap, that hurt. Man, you're not gonna believe this. They want to do a reality series about me. Yeah, it's true, man. I'm gonna be big. I'm gonna be huge, right? It's all about the incredibly glamorous life I lead, huh? Good. Yeah, boy. Oh, yeah, boy. Yeah, except, you know, while I'm doing that, I'm gonna need somebody else to take some shots for me. Nah, I'm cool on that, dog. Oh, come on, dude. Come on, homie. Dude. Right, look, just get a chance, right? I mean, there's no rush. Okay? Oh, you know what I'll do? Ну, опять это задание растянутое. So you can see who they are, right? Yeah, whatever, man. All right. Hey, you know, and I promise you, fame won't change me one bit. Yeah, I was afraid you would say that. Спокойной ночи. I'm good. I'm okay. Wow, everything's good. Чтобы ты рот открывал. Окей. Удачно тебе там, я не знаю, дня. У меня же до сих пор нет. Да господи. Чё это? Алло? Приблизить можно? И сохранить нельзя. Отстой. Ну и пошло все. Мне еще почта какая-то есть. Зачем она мне? А, все понятно. СМСки. Тыра, приезд, если у тебя работа, но сначала лучше потренируйся в стрельбе, советую сходить в тир. Я уже тренировался. Ребят, надо потолковать. А, это я уже видел. Барри, спасибо, что присоединился к борьбе. Вот данный товар действует быстро и не забывая о прихвостнях тоталитарного режима, копах. Зона, где спрятаны транспортные средства с заначками. Средства были отмечены на карте. Соберите для Барри. Средства, да не важно. О, боже мой, это серьезно. Ну давайте это задание выполним. О, так тут большая такая территория. Наверное, еще искать надо будет их, да? Фак. Ну, допустим, загоняем сюда. Это все-таки задание, почти дополнительное. Не знаю, перемотайте минут на 10 вперед. Что это? Pet Shop Boys, нет, давайте пропустим, хорошо? Я ничего против Pet Shop Boys не имею, просто... Это навевает мне плохие воспоминания, когда я хотел стать геем, не знаю. Не знаю, как еще отмазаться. От того, что мне... Эта знаменитая группа не очень нравится. Вот лучше вот это слушать, да-да-да. Что это вообще хер его знает? Или Zombie Nation. Zombie Nation. Armo Nation. Вообще пришел подстричься. Надо менять стиль, ребят. Я уже грабил банки. Я хочу, чтобы вообще высокая афро было. Что? Ну вот что это такое? Вот особенно вот... Просто потрясающе. Понимаешь? Охереть, еще хуже не могли придумать. Ладно, давайте низкая афро вот сделаем ему. Да, именно. И надо... Бороду, как у Тревора еще. Чтоб вообще. Или как у Гэндальфа. Ну это отстой. Господи, он сейчас на кого-то похож. На какого-то актера. Черт. Скажу. Ладно, а бороду оставим. Отрастил волосики. Хотя тот Тревор мне нравится больше. У нас почти закончился товар. Парень, который занимается доставкой, нас продинамил. Может, вы возьметесь привезти груз? Так, подождите, а что мне сейчас сказали вот в левом верхнем углу экрана, что было? Уничтожьте фургон... Что? А, это, видимо, там было сказано то, что как можно... Ну, в смысле, то, что мне нужно нажать, чтобы... Чтобы изменить прическу. И так далее. Чтобы сделать себе маникюр. Ладно.
Сбор грузов пока что отменяется. Мне просто не нравятся зеленые пятнышки на радаре. Они будут меня все время отвлекать. Охереть, братан, есть инфа о местонахождении некоторых звездочек. Можно сделать классные фоты. Написал, куда ехать, позвони, когда доберешься. На карте меньше места. Да-да-да. Надо позвонить его. А, надо сфотографировать их. Ой, ёптыть. А как мне отличать эти места? Место съемки. Ага, ну, то есть вот они мелкими отмечены. Меткими... Меткими? Мелкими кругами. Простите! Я так немножечко протиснуться решил. Да-да-да, я скоро буду выполнять сюжетные задания. Я знаю, что задолбал, но, блин, интересно же узнать, что дадут. Хотя бы за одно из этих заданий. Наверное, всякую херню. Но все же. Козел. Кстати, во время дождя управляется машина хуже. Фига себе, какой дождь. Мне серьезно, мне еще сейчас надо будет дострелять в дождь это все дело. Так там еще, наверное, на время доставка. Я не думаю, что просто так надо доставить куда-то там около моего дома что-то происходит. Но я нахер туда не пойду. Спокойно. А, или здесь мой дом. Хер его знает, серьезно. Я же первую доставку-то просрал. А, нет, мой дом был внизу. Взять фургон не хочу. Ладно. Написано «каннабис». Вообще копы не придерутся к этому делу. Ну я же говорил на время, отгоните футбол магазину, пока не истекло время. Окей, ну 3 минуты через весь город, подумаешь. О, господи, по такую охренительную музыку. Это Кроникс. Одрас. Одрас. Странный раз. Раз, что может быть? Что может быть? Ну раз, это по-любому что-то сокращенное. Странный раз. Странный Рассел. Ну отлично, мне ехать в дождик. Ну спасибо, игра. Большое, мать твою, за твой охренительный рандом. Это как, знаете, проходить какую-нибудь игру, построенную на рандоме, таким образом, что тебе может быть охренительно сложно в самой первой миссии, а другому человеку может быть охренительно легко, и все из рандома. В GTA 4 несколько раз так было, когда я неожиданно начал гоняться ночью, допустим, в гонках. Или перестреливаться ночью, когда вообще ни хера не видно. Но здесь, по-моему, они это все пофиксили. Здесь время для задания выбрали разработчики сами, а само время, если что, перематывается. Чтобы река не парить сильно. А то совершать ограбление, я не знаю, утром в 6 часов ювелирного магазина, когда он работает, это как-то странно. Так что реализм! Хотя какой нахер реализм? Здесь надо убивать... из мини-гана пришельцев. Но там какая-то реклама какого-то pay-per-view была. Упс, прости, не хотел. Но так получилось. Руки-то помнят. Руки-то помнят. Так примерно говорят мужчины, состоящие в 15-летнем браке. Я молодец. Я еще торт. Ну, вы должны додумать там. Как бы сопоставить различные факты. И прочее. Чтобы понять, что я сказал. Не, говорю, Петросян, да, не смешно, но... Ну, я молодец. О, господи, какая срань играет. Да подождите, это я же домой к Тревору приехал. Тревор! Ты торгуешь... А, он просто рядом с ним, домик. Трава доставлена. Поздравляю. И чё, и все? Не знаю, там ничего больше не скажут мне, нет, мол, ты красавчик. Или йоу, брат. Я же, кстати, недалеко, по-моему, сейчас от места сбора, да? Угу. Но мне бы тачку.
Где же мне достать тачку? О боже мой! Это самое сложное в игре, достать тачку. Козёл, а? Ах ты, бегунок какой. Тут же стоял вертолет когда-то. Убрали. О, байк. Окей. Байк поменяли... вертолёт поменяли на байк. Это плюс. Я, правда, недолго буду гулять. Ну, ни хрена себе, я уже примерно час не подыхаю. Ну, кроме того задания с Тревором. Там нечаянно получилось. Нечаянненько. Так, что мне нужно собрать? Мне нужно собрать траву, да? Это легко. Не, ну Франк, конечно, отжог, мол, это говно, а не трава. Че ты мне подсовываешь? Я же негр. Совсем охренел, что ли? Видимо, Тревор не очень-то натренирован. О, господи. Я-то подумал, что кого-то насилуют на заднем фоне, и это ему нравится. Там... Окей, я доехал. О, фак, о, фак! О, простите, простите, дамы. Вы сами встали на пути. Так, я думаю, что он не наверху. Так что где-то здесь, внизу. Я надеюсь, он хоть как-нибудь подсвечен, нет? Ну, правда. Так, подождите, давайте радио выключим, чтобы не отвлекало. Ну и чтобы, когда я молчал, мне никаких копирайтов здесь не поставили, не пришлось ничего вырезать. Переделывать. Окей, потому что я буду сосредоточенно искать этот сраный пакет. Он по-любому маленький, однопиксельный. Не, ну, траву надо прятать здесь, я считаю, под мостом. На карте отмеченный зон. Да я знаю! Где, а, где спрятаны транспортные средства. Средства. А, ну если транспортные средства, то тогда, может быть, и наверху. Но я не могу наверх подняться, потрясающе. Так, ладно, под мостом проверим. Я боюсь в воду спускаться, утону еще нахер. Не хочу отсюда выбираться пешкодралом. А, нет, тут маленький сток. Окей. Так, под мостом нету, окей. Здесь тоже окей. А, suck my balls! Ребятки. По-моему, только что орал этот хрен друг Тревора, нет? Watch out, man! Только что орал. Нет. Здрасте, девчонки. Ну что значит нет? Подумаешь, подержишься за меня. Мне будет приятно. Вот, наверное, она, да? А Франклин умеет срывать тачки, смотрите, без... Нет? Окей. Без включения сигнализации, так что да, он профи по тачкам. Окей, не здесь. Наверное, они как-то помечены. Может, это? Но я не думаю, что она будет стоять на улице. Нет, я думаю, если к ней подъехать, то она будет помечена. И не думаю, что она на мосту, это как-то глупо ее совать на мост. Конечно, Rockstar может, но... Они гении, конечно, производства игр, но... Все же. Но я думаю, не это. Я думаю, когда я к ней подъеду, меня Ох ты, мать твою. Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-ра-та-та-ра-та-та. Та-та-ра-та-та. Та-та-ра-та-та. Та-та-ра-та-та-ра-та-та. Вы понимаете, что сейчас будет? Мне насрать уже на все, я буду летать на мотоцикле сейчас. Ух ты, нихера себе меня развернуло. Это, скорее всего, не трамплин, но я это сделаю. Я-то думал, что я пробью
сейчас забор. Надо пробить забор другой тачкой. А прыгнуть на мотоцикле. Тебя спасла коробка. По жизни будешь благодарен. Фак, надо сбить сраный забор. Вот что я скажу. Сейчас, подождите, я должен прыгнуть здесь. Я надеюсь, его можно сбить. Ну и заодно проверю тачку. Окей. Минус забор. Давай, да давай, детка, ну этот-то сбей. А этот не хочет сбивать почему-то. Чем отличается этот забор от другого забора? Попробуем задом. Нет, сбил. Молодец. Надо найти гад, где находятся эти сраные машины. Ну серьезно. Где здесь искать? Здесь просто территория масштабная такая. What the fuck? Я не знаю, что это было. Главное, чтобы забор не восстановился, пока я езжу. А он может. А, так у меня же есть замедление времени. Что я туплю-то так? Он восстановился, смотрите. Что случилось с мотоциклом? Попридержал коней я, по-моему, сейчас. Не знаю, что это было, но это было похоже на трамплин, но это оказался не трамплин. Отстой. Наверное, надо было сильнее разогнаться. Так, ну явно не здесь, это тачка. Хотя можно разыграться посильнее, попробовать залететь наверх. Замедление времени это все удобно. А еще я кое-что увидел сейчас. Вот это, наверное. Не, ну вдруг. Так, а это он скрывать не умеет, окей. Фургон тако. Нет. Ладно, неважно. Но то, как забор восстановился, мне понравилось. Буквально за 2 секунды. What the fuck? А что я сделал? Что я сделал? Забор сбил? А это считается? За преступление? Так, а где трамплин-то? А где трамплин-то? Я потерял его. Пфф, потрясающе. Да пошли вы, я домой. Вот он. Так. Ну, серьезно, ну что это такое, а? Ну вот правда. Да я понял, что он погиб. Почему они за мной гоняться начали? Серьезно, из-за того, что я сел, фургон из него вышел, и они за мной погнались? А, потрясающе. Вот, спасибо. Я не знаю, что это такое, но... Окей, мне не... Fucking stoner. Она не заводится, потрясающе. Man, that ain't going nowhere by itself. Whoa, who changed my ringtone? Hey, look, man, that car in La Puerta is a fucking hoopty. The engine is fucking shot, man. I'm gonna grab a stash and get the fuck out of here. No, no, it could be a trap, and I need that car. The movement depends on it. You'll have to push it or something. Are you out of your damn mind? Hey, do it for your state. Do it for freedom. Do it for nature. А, сейчас мне придется поехать за тем эвакуатором. Fight too motherfucking much, dog. Есть способ сдвинуть автомобиль заначкой с места. Ну, эвакуатор. Man, I ain't pushing shit. Man, that high-ass motherfucker. А где Тоня? Во, Тоня. Че, не сканает?
is busy with it. Я думаю, можно ей позвонить, она приедет на эвакуаторе или кого-нибудь пригонит. Служба спасения. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Секс по телефону. Это мне обязательно нужно. Хву мне позвать-то, чтобы помог. What the fuck? Ну так я понимаю, что надо эвакуатор привезти сюда. Так, где? Тут нету, что ли, не помечено? Да, место, где стоит эвакуатор, не помечено. И здесь эвакуатора, я так полагаю, тоже нету. Это было бы все слишком просто. Может, движок ей перебрать, я не знаю. Не, ну Франклин, наверное, разбирается в тачках. Это что, от меня следы остались? Хераси! Может, это взорвать нахер? Да, попрыгать на ней. Угу. По-моему, что-то сломалось. Hey, what you want now? What's happening? Are you on your way? Man, I told you the car is beat up from the fucking feet up, man. What you want me to do? Well, there are these things called tow trucks. Так я знаю, где его достать! Amazing inventions. Oh no, I hear laughter. The clowns have come for me. I gotta go. Я знаю, что эвакуатор. Где его достану, мать твою? Где? Я знаю, что эвакуатор. Я уже позвонил Тони, чтобы она приехала на эвакуаторе, но у меня же нет никого с эвакуатором здесь. Денис нет, Беверли нет. Где он это достанут-то сейчас? Я что, вам должен искать эвакуатор, что ли, по всему городу? Я вам кто, мать вашу, Рокстар? Я не помню, где он находится. Вы покажите мне, где стоянка с угнанными машинами находится. Вот где она? Да чё? Тату-салоны есть, зато, ребят, есть сейчас прямо на карте. Зато есть амунация. А где, ёптыть, место, где находятся машины-то? Не, ну правда, ну чё у них с головой-то не так? О, господи, да, сейчас мне охота... А, вот эвакуатор стоит, что ли? Просто охерительно. Я тут лучше танк угоню. Или починю. Боже мой, потрясающее задание. На эвакуаторе гнать. По-моему, там кто-то поет что-то про нигера. Либо Боба Сигера. Так. Поехали, тварь. Целых 1.5 километра пилить. Я думаю, мне надо сейчас угонять или находить эвакуатор. Он здесь стоит. Я не думаю, что все так легко. Нет, Rockstar это тоже начали делать игры для тех, кто не умеет думать. Я уже позвонил Тони. Я начал сложными маневрами там пытаться достать эвакуатор. Тони позвонил, вспомнил то, что она там с парнем из эвакуаторской... Это самое зажигает. Я думал, что службы спасения есть эвакуатор. Еще, может, где-то у меня есть друг, который знает про что-то по эвакуатору. Нет! Эвакуатор стоит в 100 метрах от меня, мать твою. Просто охереть. В общем, я думал, что эта игра более умная, чем... Чем я думал. А, неважно. Это не я виноват. Эта игра слишком... Слишком легкое предложение мне подсунула. Решение... Предложение решения задачи. Неважно. Я. Еще же вторую искать. Надеюсь, их всего две. Я не хочу еще больше искать их. Это будет просто замечательно. Просто отлично.
Господи, он еще... Он... Серьезно, никто не думает, что... А вдруг там бомба? А, мужик. Ты не думаешь, что правда тебя подставили? Твою-то мать, а! Обо что она запнулась сейчас? По-моему, ту белую машину. Давай, давай. Ой. Все. Меня отцепил уже. Все, забирай. Забирай, забирай, забирай. Ну забери. Отстань от меня. Все, привез. Я пошел за следующий сразу. Мам, I've said all there is to say. What? Man, get your ass down here. I'm outside with this junker you made me drag across town. Look, just leave it there. I can't come out now. The satellites. I mean, they're scanning our brains and tracking our heartbeats through the internet. Go now while you still can. Man, I'm wasting my fucking time. No, you're a hero, a green warrior. We're changing lives. Никто не заметил, как локатор здесь прошелся, видать. А, кто это был? Джонни Кэш. Я слышу что-то знакомое. Выполнено. Агитатор, тяга. Чё, я должен был за меньше время пройти? Ну, ёптать. Не суть.